«Радуйся, Мария, полная благодати! С тобою Господь! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус!» «Приветствую, дитя мое! Я Марселла, миссионер и скромный служитель веры. Как дела?» «Взаимно, дитя мое! Если захочешь, я с удовольствием поделюсь с тобой своим пониманием веры. Тебе почитать Писание или просто рассказать о вере?» «Конечно. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». «Это чудесно. В наши дни редко встретишь такую самоотверженность. Я понимаю, почему ее вдохновляли именно эти строки». «Мы пытаемся помочь пустошам, совершая добрые дела и распространяя Слово Божье. Кроме того, мы находим и восстанавливаем религиозные реликвии, но это не главное». «Меня воспитали в аббатстве Эбби-Роуд. Там меня обучали до тех пор, пока не пришло время посвятить меня в чин миссионера. Тогда я в первый раз покинула аббатство». «Писание — это Слово Божье, записанное в Библии. Хочешь послушать стих?» «Боюсь, при себе у меня Писания нет. Но несколько отрывков я помню наизусть. Вот мой любимый. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». «Что еще ты хочешь обсудить?» «Я тут не так давно, но расскажу, что смогу». «Если в двух словах, они враждебны. Я пытаюсь наблюдать за ними, но болотные жители крайне нетерпимы к любым чужакам. К счастью, из болот они не выходят». «Это тотемы или идолы болотных дикарей. Вероятно, они обозначают границы, а может, служат частью каких-то обрядов. Я читала о многих первобытных верованиях, где использовали похожие символы. Вудуизм, сантерия, Абея увлекательно, но несколько пугает. Хотя верования в основе этих систем весьма и весьма недобрые, я не думаю, что у болотных дикарей от них осталось что-то, кроме пустых обрядов. Можно сказать и так. Когда я пришла сюда, палатки были повалены. Мне удалось привести их в порядок. От этой меньше всего воняет мокрым брамином. В одной из других я починила терминал. Судя по нему, палатки тут поставили медики еще до войны». «Верно. Я из аббатства Эбби-Роуд. Но боюсь, что раскрыть тебе его местонахождение не смогу». «Что еще ты хочешь обсудить?» «Будь осторожнее». «Я тебя слушаю. Будь